Как уже не раз упоминалось, я очень люблю салаты и частенько пробую новые сорта. Сейчас я хочу рассказать об очень интересном сорте салата. Он очень красивый и к тому же очень вкусный. Это сорт салата «Забава». Этот сорт салата я выращивал во второй половине лета. То есть освободилось место после старой убранной клубники, и там были посеяны салатики. И вот видно, рядышком редиска тоже в междурядье, между салатами посеяна. В конце концов, редиска дала неплохой урожай, и салатики тоже созрели и порадовали своей очень красивой и очень вкусной зеленью. В том числе и вот этот очень хорошо себя показавший сорт салата «Забава». Сорт «Забава» – это среднеспелый, 60-70 дней от всходов до уборки зелени, высокоурожайный листовой сорт салата дуболистного типа с замедленным стеблеванием. Рекомендуется для выращивания в открытом и защищенном грунте. Розетка раскидистая, крупная, диаметром 35-39 см, массой до 400 грамм. Листья рассеченные, слабоволнистые по краю. Эффектной антоциановой окраски, длиной около 25 см, нежной масляной консистенции и высоких вкусовых качеств. Действительно, салатик очень вкусный. С повышенным содержанием йода. Урожайность от 3,8 до 4,5 кг на метр квадратный. Посев делается обычно семенами в грунт в апреле-мае. Ну, правда, я выращивал во второй половине лета, и салатик все равно вырос очень хорошо. На рассаду высевают в марте-апреле, это чтобы получить более раннюю зелень. Высадка рассады в мае. Схема посадки 30 на 30. Выращивание салата было очень простое. После того, как он был посеян прямо сухими семенами, его только поливали, рыхлили и удаляли сорняки, которые имели неосторожность появиться на этой грядке. После того, как редиска созрела и была успешно убрана и использована, салатик разросся, и еще довольно длительное время он радовал своей сочной и вкусной зеленью. Вот такой красивый, замечательный сорт салата. Никаких болезней на салате, никаких прочих неприятностей он не доставлял. Только бери его, срывай и с удовольствием кушай. А салат действительно и очень красивый, и очень вкусный. Сначала салатик «Забава» немножечко, может, отставал от других сортов, но потом с успехом догнал и рос дальше очень хорошо. Никаких подкормок салату не делалось, этого не требуется. Единственное, что этот салат, как и все прочие, он очень любит поливы, и поливать его, конечно, надо регулярно. Тогда зелень сочная, вкусная. Ну, видно, что салатик действительно очень замечательный. Вот такой очень интересный сорт салата «Забава». Рекомендую каждому огороднику тоже попробовать этот сорт и с успехом его использовать. Во всяком случае, мне этот салат очень и очень понравился. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать салатики, потому что это замечательные овощи. Они очень вкусные, очень полезные. Кушать их с удовольствием и быть здоровыми.